Ну, мы попытаемся. Попытаемся еще раз заснять стада рыб. Вот в правом верхнем углу только пашица. Это рыбы. Счастье рыболова. Сейчас я тут покажу. Сейчас. Они там прыгают справа где-то. А вот на берегу видно, видно. Смотри, вдоль берега как плывут. Вот, а они же все плывут вот сюда, к какому-то мистическому камню. Не так вообще ничего не... Ой, видно, да. Это через очки. Тут нам лучше видно. Меня кусает комара, я сижу, снимаю. Вот, они там бурлят аж вокруг какого-то мистического камня. Я не знаю, что они там делают, но они все время вот на этом месте. Видно в очках. Да, прикольно. Ой, так всех рыб можно посчитать. Короче, кому надо, тот приезжает. С вот удочкой. Вот тут, нет, удочки не надо. Вот, вот, вот спрыгнул, вот моя нога. Спрыгнул и вот сюда подошел к камню. Надел поляризационные очки для лучшей видимости. И все, ужин есть. Я тоже кусаю, пошли. Да, ну комары, к сожалению, появились какие-то нерусские.